вырыл этот ров, да, снял эту квартиру. Но я не был уверен, что вообще будет какая-то сумма вообще. Что, если даже она будет? Да, все может быть одна мелочь. Потому что бывает мы везем в ту сторону, бывает в обратную везем. Все понятно, что зависит от количества денег и от мнения. Вот в этом отношении. Тем не менее, к последствиям совершения преступления вы подготовились. На всякий случай. Да, цель наживы у меня не было. И куда их такие деньги девать? Я не знал, во-первых, какая сумма. Я не мог и думать, куда я их дену. Ну, ладно, может как-то можно рассуждать, куда их девать, но цель была квартиру купить. Я сидел и думал, как мне вот это вот вернуть. И я не знал, мне сколько лет идет. С тем, да. Как оно все вот это вот выглядит. Я вот это вот сделал, когда я потом уже сел и думаю, куда столько, зачем столько, как вообще это все, куда его девать. Вот. Поэтому у меня преследовали две цели, вот чтобы до руководства достучаться. И вот первая у меня цель была, да, вот квартира мне нужна. Вы вообще понимаете, что это реально? Квартиру купить.